Чтобы заполнить регистрационную форму, вам понадобится паспорт и страховое свидетельство пенсионного фонда. Далее нажмите кнопку «Регистрация». В регистрации выберите тип регистрации «Граждане РФ», «Иностранные граждане», «Юридические лица». Выбрав тип регистрации «Граждане РФ», нажмите кнопку «Далее». В условиях работы с порталом вы должны ознакомиться с данной формой регистрации. Ставим галочку «Подтвердить» и нажимаем кнопку «Далее». Выбираем способ получения кода активации через Почту России в Центре обслуживания Ростелекома, либо «Подтвердить личность с помощью электронной подписи», где нужно выбрать тип используемого средства электронной подписи USB-ключ смарт-карта со встроенным криптопровайдером, либо средство электронной подписи с программным криптопровайдером. После выбора нажимаем кнопку «Далее». В регистрационных данных указываем личные данные для регистрации гражданина Российской Федерации: фамилия, имя и отчество. Затем указываем дату своего рождения. Указываем пол. В данных идентификации указываем номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. Далее указываем свой адрес электронной почты. И номер мобильного телефона. В адресе доставки кода активации указываем индекс, регион, район, город, улица, номер дома и номер квартиры. Нажимаем кнопку «Далее». В данных авторизации указываем пароль, который будет использоваться для входа в личный кабинет. После ввода пароля выбираем контрольный вопрос. Также можно выбрать свой вопрос. И указываем ответ на вопрос. Далее вводим код на изображении и нажимаем кнопку «Далее». В подтверждении контактных данных указываем код подтверждения адреса электронной почты, код подтверждения номера мобильного телефона и нажимаем кнопку «Далее». В результате регистрации нас информируют о том, что мы подали заявку на регистрацию. На этом видеоурок окончен. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.